Этот экспонат известен на всю Россию, а увидеть его может каждый тюменец. Скелет шерстистого мамонта был найден в окрестностях деревни Решетниково в 1885 году. А нашел его известный ученый Иван Словцов. Поэтому мамонта ласково называют Иваныч. Уникальный экземпляр сегодня один из старейших и самый большой в стране, даже выше того, который хранится в музее Санкт-Петербурга. Ученые-палеонтологи рассчитали, что жил наш мамонт 30 тысяч лет назад, а в день съедал 250 килограммов растительной пищи. При жизни рост животного составлял почти 4 метра, а вес более 5 тонн. К тому же выяснили, что 80% костей принадлежат одной особи, то есть нам удалось практически полностью воссоздать настоящего мамонта. Это большая редкость. Скелет регулярно реставрируют, а раз в год ему перемывают косточки, говоря научным языком, обеспыливают. Выглядит это так. Его протирают специальным составом, который защищает кости от разрушения. Доверяют это ювелирное занятие только ведущим палеонтологам. Экспонат настолько любим и ценен, что работники музея придумали специальный праздник. Ежегодно 30 ноября отмечается день его рождения. Во время войны Иваныча спрятали на складе. Пока везли, потеряли часть ребер, фаланги пальцев и частичку хвоста. Сейчас все это восстановлено из особой марки строительной пены. Восстанавливали уже в 2004 году специалисты из Новосибирска, после чего его отправили на выставку в Москву. Оттуда он вернулся знаменитым. И сегодня каждый месяц, чтобы посмотреть на наше чудо, в музей «Городская дума» приходит больше 2000 человек.